Ярская чиновница получила условный срок за мошенничество. Женщина сама признала свою семью, нуждающуюся в улучшении жилищных условий. После этого она получила 370 тысяч из бюджета. Советник президента России назвал интернет-экономику Удмуртии хорошей. Герман Клименко отметил, что денежки в республике водятся. Он также оценил республику с точки зрения цифрового неравенства, назвав ситуацию в регионе средней. 3 пешехода пострадали на дорогах Удмуртии за минувшие сутки. 2 аварии произошли в Ижевске, 1 на загородной трассе Ижев-Кува. Ижевчанин вырастил в теплице почти килограмм конопли. Полицейские обнаружили наркотик при обыске. Наркоагроному грозит за это 10 лет тюрьмы. Ишталь на последних секундах встречи вырвала победу у «Торпедо» из Усть-Каменогорска. Команда Ильназа Загитова по ходу матча проигрывала со счетом 0-2. Сейчас коллектив из Ижевска находится на 20-м месте в лиге.